Коли холодно, менше думаєш про красу, аби не змерзнути. Але провідні стилісти і дизайнери знають, як навіть у такий вигляд дуже виглядати суворо, можливо, а можливо і легко, можливо, витончено. Отож, до нашої студії ми запросили стилістку, дизайнерку, яка знає точно, що потрібно робити, аби ваш вигляд не зіпсував нічого, щоб ви виглядали гарно, щоб це було приємно і для вас, і для ваших оточуючих, щоб це не виглядало як капуста, наприклад. Так? Ну, тобто ми взимку будемо зараз готуватися до краси, не лише до тепла. Отож, у нашій студії Анна Неженець, стилістка, дизайнерка одягу. Пригощайтесь чаєм. Дякую. Аня. І будемо говорити про зовнішність, про те, як себе прикрасити, навіть коли холодно. Добрий день, рада вас видеть сьогодні. І така тема, на яку мені завжди приємно говорити, приємно розсуждати і, звісно ж, давати совети. Зараз дуже багато з'явилося різних дизайнерів, які пропонують непогані, на перший погляд, вироби, але вони виглядають холодними. Ну, тобто, треба щось піддівати, можливо, під низ. І от те, що продається в магазинах, воно не таке тепле, як колись там, наприклад, були шуби теплі, натуральні. Там. Ну, тобто, все переходить на штучність. С чем это связано и чи справді зігрітись складно зараз? Это связано с тем, что чем дешевле материал, тем более он некачественный. Соответственно, если это не натуральные материалы, конечно же, они не будут греть. Они будут, ну, наоборот, холодить в большей степени. Если мы говорим об одежде, которая имеет натуральные волокна, которая действительно согревает, конечно, она и будет стоить подороже. Сейчас, в принципе, тенденция идет к тому, что клиенты хотят качества, несмотря на то, что карантин, пандемия, есть сложности с денежными моментами, но спустя год, полтора уже, как мы живем в этой всей истории, не очень приятной для нас, клиенты приходят к выводу, что лучше я сейчас заплачу чуть-чуть дороже, но я буду эту вещь носить несколько сезонов, и она точно будет качественная и не закончится очень быстро, что бывает с не очень качественными вещами. Поэтому, если говорить о зиме, о многослойности, когда мы одеваемся как вот капустка, это, конечно же, нас греет. Это способ согреться, который сейчас очень в тренде, актуален уже несколько лет, поэтому я бы от этого не отказывалась. Ань, але ж такі речі, от які можуть слугувати вам декілька років, можуть потім стати неактуальними. Ось що з цим робити? Ну, це, кстати, очень такой частий вопрос. Действительно, до пандемії мода була очень быстротечная. Каждый год, сезон, это весна, лето, осень, зима. Дизайнеры представляли клиентам, нам, потребителям, более 100-150 модных тенденций. То есть тренд на что-то и так 100-150 раз. Угнаться за этим было очень сложно, и была такая очень быстрая мода. Все это было скоротечно, 3 месяца и снова новый тренд, и ну, невозможно за этим угнаться. Сейчас мы все-таки за более устоявшиеся тенденции, и действительно их намного больше, например, такие как эко-кожа, либо кожаные вещи в целом, они уже 7-й год в тренде. То есть мы можем предугадать, посмотреть, обратить внимание на то, какие длинные одежды будут актуальны, какие формы, и приобрести себе вещь, которая будет, ну, еще 2-3-4 года актуальна. Для этого мы, стилисты, и работаем, чтобы нашим клиентам посоветовать... Меньше грошей вытрачать. Совершенно так? Верно. И я, когда работаю с клиентами, обращаю внимание, вот буквально на днях был шопинг с моей давнишней клиенткой, она говорит: Аня, мы вот с тобой не шопились полтора года, а я помню, с нашего первого шопинга, 3 года назад это было, говорит, эти вещи до сих пор актуальны, ну как это так? Как это так? Поэтому для этого и нужны стилисты, чтобы люди не тратили много денег. Шкіряні, чи там, наприклад, речі, які мають шкіряний вигляд, вони або актуальні, або ну, просто антитренд. Що саме? От блузи, наприклад, чи сукні, чи брюки. На що треба звертати увагу, щоб трошки їх затримати на собі? Не супер в обтяжку. Да? То есть, если мы говорим о брюках, то, конечно, лосины сейчас уже будут не актуальны, либо мы их должны скомбинировать с чем-то очень объемным, каким-то объемным свитером, либо платьем, и носить их, ну, вместо там колгот, условно, да, просто такой вот
дать эффект фактуры. Если мы говорим о брюках, то это брюки более широкого кроя, либо брюки бананы, либо брюки палаццо в пол, либо это объемные кожаные рубашки, типа а-ля куртка, а-ля рубашка, вот что-то такое. Если говорим о платьях, то это может быть платье-тренч, которое зимой может использоваться как платье, носиться поверх джемпера либо водолазки, а весной мы это носим как верхнюю одежду. Но это, мне кажется, вообще супер, потому что одна вещь может быть очень функциональной, и мы можем ее очень круто встраивать в гардероб. С приводу натуральных речей, от ви сказали, що все одно натуральні складові, вони залишаються актуальними і зараз. Але ж хутра і хутра натуральні зараз, ну, крім того, що люди, які цінують і цінують природу, вони будуть проти, будуть захищати тварин. Але з іншого боку, ми розуміємо, що зігрітись ми можемо лише за допомогою натуральних і особливо шкіряних таких речей. Чи це може бути хутро, наприклад, все одно воно тепліше. Сейчас идет такая прекрасная тенденция, мне она очень нравится, что перешивают старые шубы, вот, которые уже давным-давно были куплены, там, чтобы даже мам, бабушек, мехом вовнутрь. Либо же берут из этих шуб, которые уже были куплены, перешивают на современный лад. То есть, ну, уже эта шуба куплена, уже этот мех, ну, как бы, зверька уже нет. Да, как бы. Но чтобы это не выбрасывать, чтобы это все еще послужило, можно сделать вот такой вот апгрейд старой вещи. И это очень круто работает, мне очень это нравится. Ну и у нас зим не бывает таких супер холодных, это вот неделя, которая, да, немножко нас... Ну, тиждень-два мы можем, звичайно, померзнути, и мы розуміємо, що там треба якось затеплитись. Які ваші рекомендації будуть з приводу того, як виглядати добре? От ви сказали, що капуста, нібито це нормально. Варіант. Нехай буде, так, але ж подеколи ми хочемо і витончено виглядати, щоб не було таких об'ємів. Совершенно верно. Кашемир, трикотаж, шерсть мериноса – это то, что может создать теплый слой в на нашем теле. Это могут быть структурные платья трикотажные, это могут быть костюмы из трикотажа, которые мы можем даже сочетать с элегантными ботильонами, обыграть это шляпкой, пояском и сделать образ очень даже элегантный, несмотря на то, что это, казалось бы, вот вязаные вещи. Все зависит от того, как это будет скомбинировано и одето. Если мы говорим, конечно, про спортивный трикотажный костюм с какой-то обувью очень такой тяжелой, спортивной, конечно, это будет не элегантно. Всегда можно найти способы встроить это в гардероб правильно, интересно и деликатно. А з приводу шапок, шарфів, можна носити навіть там деякі капелюхи, от зараз модно, зимові такі теплі. Що би ви порекомендували і, можливо, на декілька сезонів, отак, щоб купити не на один раз? Мені дуже подобається тенденція для жінок – це в'язані платки. Пам'ятаєте, наші бабушки ще так от носили, там ще там 70-ті роки, 60-ті. Зараз жінки дуже опасаються цієї тенденції, але насправді це дуже тепло, це дуже красиво, це дуже жінственно. Коли мы комбинируем это даже с пуховиком такого силуэтного кроя, пальтового кроя, это добавляется еще одна фактура, да, мы его вот так вот завязываем. Это действительно тепло, красиво, это не портит укладку. Помните, да, с шапками всегда вопрос, то челка, то что-то с объемом случилось. Здесь такого не происходит. Такие косынки есть дутые, есть и из эко-кожи. Я лично, как человек, который готов к экспериментам, который, ну, любит там даже как бы комфортно себя чувствует, когда привлекает к себе внимание. Мне нравится завязывать вязаную тонкую косынку и поверх надевать шляпу. Ну, мне так нравится. Это очень экстравагантно, но у меня есть клиенты, которые тоже так готовы. Возможно, сейчас для кого-то это будет пример, такой вот прием, совет, как можно. Конечно же, шапки. Куда же без них? Мне нравится, когда шапочку девушка надевает, немножко оставляя чуть-чуть челки, да, то есть, чтобы это не на лоб была натянутая шапка, а вот немножечко челочку достали, и она обрамляет личико. Тогда это красивее и более изящно. Шапки можуть бути з яким бубоном. Ой, пожалуйста, можна без бубона? Без. Да, ну, на самом-то деле, тут все по желанию и по ощущениям, но бубон, вот бубон, да, он будет создавать ощущение такой девочки, ребенка. Если это нужно в образе, то, пожалуйста. Если все-таки это элегантная дама, женщина, и ей этот образ не близок, и исходя из ее целей, задач, это будет
десанировать, то лучше убрать бубон. Ну, можливо, хтось захоче на гірськолижний курорт. Это прекрасно. На горнолыжку шикарно. Таку шапку, наприклад, з комбінезоном, будь ласка, можна так носити. Насправді, мені здається, що тут справа не в тому, які взагалі у нас тенденції, а в тому, як люди їх на себе приміряють. Як вони приміряють і уместно ли це? Звісно. А з приводу хустки, ось ви сказали вже, що було б непогано носити, так? Uh-huh. А хустки, які колись носились, ну такі от яскраві, коли uh-huh. українські дівчата могли uh-huh. їх надягнути uh-huh. і могли дуже непогано підкреслити риси обличчя, тому що хустка, вона виокремлює брови, да. вона робить ваш овал правильним, і якщо правильно носити хустку, вона лише додасть вам краси і шарму. Совершенно верно. І здесь є таке дуже легке правило, яке завжди рекомендую, если не знаете, как выбрать платок, либо который будет на шее, либо будет который у нас на голове, рядом с лицом, выберите оттенки, которые будут подходить под ваш цвет румянца, ваш цвет губ и ваш цвет глаз. То есть тогда это будет такая гармоничная картинка, и вы точно не испортите, а подчеркнете красоту и эстетику. Тобто це все можна носити? Да, знаете, конечно. У жінок зараз тільки, шапки такі модні, такі не модні, це тренд, це не тренд. Зараз є шапки, які взагалі залишають дуже багато простору на голові. Тобто їх носимо, але верхня частина залишається вільною. Да, вона торчить. Можна все. Мені кажется, сейчас современная тенденция в стилистике, вот она одна, модно все, главное как. Главное, чтобы это было уместно. И если у девушки есть задача быть красивой, а я замечу, что не у всех есть задача быть красивой. Есть какой-то момент уникальности, какой-то момент самовыражения. И там не всегда про красоту. Уместно и по задачам. Всегда можно все встроить, абсолютно всегда. С приводу взуття, от теж існують постійно суперечки. Чи це трендове взуття, чи угу. підбори носять, чи вже угу. не носять. Як ми його можемо під'єднати, чи зараз тільки вже кросівки і все. Ну, тобто, насправді ми кожного сезону розуміємо, що треба щось придбати, угу. але що саме, велике питання. Безусловно, є так називаємо антитренди. И действительно, есть ряд обуви, который не актуален и сделает образ старомодным. Конечно, лучше бы это провизуализировать, и очень круглый носок, такой прям круглый-круглый, он не будет актуален. А если говорить об актуальности, каблук возвращается в моду, возвращается каблук-рюмочка, как в 30-е годы, возвращается каблук и платформа вместе, то есть широкий устойчивый каблук и прям платформочка с квадратным носком, это прям актуальный тренд, который мы будем весной и летом видеть, его будет очень много. Квадратный нос возвращается в тренд, сейчас девушки еще так осторожно смотрят на это, но года 3 это все мы будем носить, и в магазинах этого будет появляться много. Если говорить о зимней актуальной обуви, очень удобной, которая подходит и под брюки, и под платье, и под юбки, очень вариабельная, это челси. Это такой вид ботинок на устойчивой подошве, достаточно плотной. Бывают и светлых оттенков, и темных, с двумя резиночками. Вот на щиколотке две резиночки. Очень универсальная обувь, которая подойдет и под платье, и под юбки, как я уже сказала, и под брючки. Очень удобная, мне кажется, всем в гардероб это может зайти. Угу. Треба теж розуміти, що саме може бути антитрендом, угу. так, щоб ви, наприклад, не придбали. Угу. В магазинах буває таке, що багато скидок, акцій, і магазини хочуть просто попрощатися з цією колекцією, і ми дивимося, що нібито якісна угу. річ, так, можемо придбати, але це ж антитренд. Тобто тут ще теж питання, не всі магазини виставляють да. нову колекцію. Не всі, тому що є спрос. Ми, коли працюємо з брендами обуви, з брендами одежди, і коли спілкуємося много с производителями, нам говорят, Ань, ты понимаешь, вот это берут оптом, да, вот на это есть оптовый заказ, прекрасно. Я говорю, это не актуально, но ты понимаешь, что там это покупают, там люди не знают, возможно, в глубинке, в небольших городах, там, от моды дальше люди. И, конечно же, это все производится, этого всего много, и магазины это закупают. И не всегда есть байеры у магазинов, которые прослеживают тенденции и готовы воспитывать клиентов на то, что это актуально. Потому что что-то актуальное, его нужно продать и объяснить клиенту, с чем это носить.
ну, как бы сейчас тенденция идет к тому, что, да, люди имеют своих стилистов, есть консультанты, советуются, спрашивают, но у большинства женщин еще пока стилистов личных не у всех, да, они есть. И вот здесь вот приходит женщина в магазин, ей говорит: слушайте, девушка, купите вот квадратный носок. Она говорит: боже, с чем я это буду носить? И покупает свой круглый, привычный, и все. И ей это безопасно. Вот, поэтому здесь еще момент воспитывания вкуса на актуальную тенденцию за консультантами магазинов тоже должен быть. Вони считают, что вы не якось підвищувати свою культуру и взагалі знання, да, хоча б так, да, трошки. Ну, справді, такі теми досить таки актуальні зараз, бо дівчатка, особливо і підлітки, да, молодь, вони так активно дивляться, де що там з'являється. От подростки, ті, хто в соціальних сетях дуже активні, хоча зараз і взрослі люди дуже активні, хто дійсно розвивається, смотрять, що модно, читають каких-то стилістів, спеціалістів, і, в принципі, ну, як би, так или иначе, немножко как бы насматриваются. Но есть девушки, которые не насматриваются, нет времени, нет желания, и, конечно, здесь могут немножко дать маху и купить то, что... А скажите, что важливее, на ваш погляд, это таке природне відчуття смаку, чи все ж така погоня за новым, за актуальным, за трендом, на ваш погляд? Я считаю, что важна золотая середина. Даже если у девушки нет вот этого ощущения вкуса врожденного, да, вы знаете, чувство вкуса, его можно воспитать. Главное желание, и просто это как, ну, труд. Безусловно, каждодневный ты смотришь какие-то там тенденции, листаешь фото, насматриваешься. Либо же идешь, учишься на курсы по стилю и понимаешь, как себя одеть, как себя нарядить, как выглядеть, даже выйдя за хлебом, хорошо, уместно и красиво. Либо на дачу поехав. Вот. Если говорить о клиентах, которые уже имеют, ощущают вот этот вкус, они, безусловно, будут следить за тенденциями, так или иначе. Я против супертрендов на один сезон и все это вместе сразу на себя надеть. Я как раз хотела сказать это, потому что очень много накопичується непотребных речей, які ви, можливо, купили, ну, не знали, що з ними робити, потім подумали. Але треба попрощатися з такою річчю, тому що вона не навряд чи принесе вам успіх і навряд чи будете чимось носити. Так? Ну, тобто думати. Безусловно, перед тим, як купити, обов'язково подумати, з чим сочетати. Обов'язково примерити. Є дівчатка, які не примеряють речі в примірочних. Ну, просто лінь. Понимаю, всі ми зайняті, але треба примерити. Коли меряємо речі в примірочній, обов'язково себе сфотографувати. Дівчатки завжди удивляються, зачем мне себя фотографировать, а потому что на фото мы видим себя как будто бы со стороны, в зеркале сложнее, ну, оценить. Если примеряем верх, то к нему и, пожалуйста, низ нужно примерить, чтобы это как-то, ну, был полноценный образ. И я всегда говорю, не делайте поспешных покупок, выйдите из магазина, сделайте перерыв, попейте кофе, посмотрите на то, что вы выбрали от фотографии. И потом уже как бы решите, вам красиво, некрасиво, с чем вы будете сочетать, у вас есть дома вещи для сочетания, или вам нужно их докупить, приобрести. И дома, уже принеся эти вещи, покупки, померьте, покомбинируйте, и, возможно, вы что-то вернете. А, возможно, вы, ну, вы все оставите и как бы будете счастливой обладательницей классного гардероба. Всегда думать, всегда продумывать. Я вам дуже дякую, Аня, що стільки таких корисних рекомендацій прозвучало. Це дуже важливо, тому що ми живемо в такий час накопичення. І зараз світова тенденція вже якраз полягає не в тому, щоб споживати, а в тому, щоб менше споживати. Да, менше. Безусловно. І ті речі, які нам потрібні, їх може бути не так багато. Да. Тому ось звертаємо увагу на це і наповнюємо своє життя емоціями, радістю і навіть від купленої нової сукні ми теж можемо, да, порадіти. І для жінки це для може бути. Для дівчатки це дуже важливо. Нужно себе балувати. Да. Так, ну що ж, так і будемо робити. Анечка, дуже дякуємо вам. А глядачам хочеться побажати гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай все з вами буде добре, класних вихідних і зустрінемося вже у понеділок. Ділок о 13:30. До побачення.